И протяни еще раз. Аккуратненько сделай. Молодец. Под дитячі гомони із допомогою подручних матеріалів на світ з'являються портрети, пейзажі авторства самих маленьких жихаров Луцька. Діти займаються у гуртку год і за гэты час засвоїли різні техніки. Бабочка вырвана із листиків, а я її зукрашила. І травку вилочкою я делала. Я рисувала улитку губкой, клеила ниточки. Занятки вяде педагог выяўленчага мастацтва гімназіі. Ініцыятыву Алены Пятровай пра гурток для самых маленькіх падтрымала кіраўніцтва установы адукацыі. Дзеткі развіваюцца. Они кожны от как-то по-своему развивает. Кто-то ручки, моторику развивает, кто-то кисточку правильно держит. Но это все получается у детей. Где-то родители помогают им, сам педагог помогает. Ну, такие занятия проходят. У занятках могут удельничать и батьки. Яны не только допомагают малым, але и для себя открывают что-то новое. Наши дети с большим удовольствием спешат сюда и не хотят отсюда уходить. Здесь такая царит дружественная творческая атмосфера. И вот эта атмосфера сотворчества детей, мам, пап, ну, очень вдохновляет. У каждого дитяти есть здольности до творчести. Треба только их развить, лечить педагог. Как подтримать юных творцев, у районном музее выставили более за 80 картин. Плен работы за год. Родители должны увидеть это со стороны. Бабушка должна прийти с внуком на выставку. Ребенок должен почувствовать, что рисовать это вообще, это просто космос, что ли, потому что он в таком возрасте он может пойти на свою выставку в музей. Алена упэўнена, гэта выстава только початок их с малыми творчага шляху. Для творчести узрост не мае значения. Кристина Каранкевич, Виталь Алексеенко, новина региона.